Сейчас под ваши аплодисменты один из них, после того, как наш судья покажет, кто это, выбывает из этой борьбы. Джипси, кто же это? 3, 2, 1. Это Джути Джус. Ваши аплодисменты, друзья. Это был финальный батл. Этот парень отлично сражался. Но а у нас еще один дополнительный раунд между Юрком и Океем. Поэтому давай, сейчас Юрок, собираем все силы. Ключи выплескивают на наших танцоров, и они заряженные выходят и делают еще по одному раунду. 3, 2, 1, дайте шума! Финальный батл! Давай, Мэн, давай! Давай! Юрок! Давай, мужик, давай! Тоже займет первое место в номинации Breaking Profi. Итак, поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Первое место в номинации Breaking 1 на 1 Profi занимает... Это она специально пищит, чтобы они шумели громче. Смотри. А ну пошумите, ребята, пошумите чуть-чуть. Видишь, не фонит. Вообще не фонит. Это все из-за них. Волны. Попробуй только, чтобы она не это. Работает. Ай. Короче, еще раз всем привет. А можно еще пошуметь просто? Конечно, чтобы вы пошумели. Нормал. На самом деле хотел воспользоваться прямо сейчас именно этой минуткой, сказать прежде всего большое спасибо всем вам, ребят.
Я приехал, я здесь, я поддерживаю как бы все это действо. Спасибо организаторам, всем, кто делал это мероприятие. Спасибо за приглашение. Кунг-фу, мэн! Ну ты просто, как всегда, музло, а вообще просто рай. Давайте пошумим еще диджею, реально он круто заряжает. Это важно. Окей, значит, всем спасибо. Ну и что касаемо батла, действительно хороший финал. Сильные ребята, сильно. Мне, опять же, непросто решить. Ну вот, опять же, блин, все очень-очень-очень близко. И не знаю, но это просто решение этой ситуации, это мое мнение, может быть, кто-то бы другой, если бы здесь сидел, выбрал бы по-другому, то есть, или как-то. Суть, то есть, в том, что это просто мнение одного человека, меня это не означает, что там кто-то где-то там.